И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Алекс, и со мной сегодня Рома. Всем привет. И сегодня мы поиграем в Escape Simulator. Да, то есть тот симулятор, где нам нужно сбежать из комнаты, в которую нас кто-то или что-то поселило. Ну что ж, я предлагаю начать, давай. Давай начнем. Посмотрим, что у нас есть. У нас есть какая-то чернильница. Я уже нашел книгу. Я нашел чернильницу, которую можно открыть. Чекай, тут азбука Мерзе. Азбука Мерзе. Азбука Мерзе. На, посмотри. Подожди. Тут еще есть ручка перьевая. А можно ее как-то в чернильницу? Ну-ка. Что за звук? Подожди, что это? Я какую-то шнегу открыл. Что? Все, я окунул ручку в чернила. Теперь можно что-то написать, по идее. Так, тут... Тут что-то написано. Ну, короче, тут ничего интересного не написано. Что ты там делаешь? Леша, открой, короче, вот этот крючок. Вот этот крючок. Ёперный рот. Ту... Азбука Мерзе. Ага. Мне кажется, он ничего не открывает. Мне кажется, он открывает. Мне кажется, он открывает то, что мы, ну, не знаем. О, смотри, тут часики у нас. Мы можем их вертеть. А, у нас, смотри, у нас тут еще коробки есть. Вот, тут есть эта картина девушки. Но с ней мы ничего сделать не можем. Может, разбить? Нет, она не разбивается. Ладно. Так, ну чайный сервис, видимо, нам не нужен, потому что он слишком разбивается легко. Вроде внутри там ничего нету. О, нет, есть токен внутри. Хорошо, бобы мы сюда поставим. Смотри, у нас есть сапоги. Ага. Подожди, может внутри что-то? Внутри как будто бы вообще ничего нету. Без сапогов этих. Ладно, а так, что? А в этом? Ну, один из них зеленый, а другой красный внутри. И вот это непонятно, как они вообще связаны. Мы с тобой договаривались, ничего с тобой, ничего не разбивать, ну ладно. Да нормально, это все окей. Так, смотри, вот тут карта какая-то. Дирижабля нашего, получается, мы на дирижабле, что ли? Подожди, я что-то... Аквариум нашел. Так, это мусор. Почему? Опа. Смотри-ка. Так он же легкий. Вот, смотри, реально. Да, у нас есть с надписью какой-то. Как? Вот надпись. Непонятно, что тут написано. И вот еще с другой стороны что-то написано. Подожди, ничего, может загуглим. Его разбить тоже? О, он, кстати, не разбивается. Может, там что-то есть? Вон, я там вижу еще одну подушку. Ну, посмотри. Подожди, вот, вот это нам надо как-то. А что мы с ним можем делать? Вот у нас есть... Ага, у нас есть какие-то буквы. Фига себе, слушай. А, это азбука Морзе, да, хочешь сказать? Где ты книгу находил? Да-да-да, где ты книгу находил? Вот она у меня. Давай. Тогда посмотрим. Ага, где? Так. И как, а как нам это поможет? Ну-ка. Так, это... А, я понял. Смотри, сейчас. Ну-ка, дай попробуем. Нам нужно три коротеньких. Вот, смотри, три длинных есть. Дальше. Да не трогай этот рычаг. Я не трогаю. Они сами? Нет, они не сами, не вру. Они сами выключаются. Да... Вот не трогают. А, да? Да. Вот я могу отойти его, смотри. Тогда нужна правильная последовательность этих. Так, подожди, если они сами... Смотри, хорошо, запоминай первый. Длинная, длинная, короткая, да? Да. Длинная, длинная, короткая, это у нас G. Поэтому первая должна быть G. Я надеюсь, это так работает. Так, теперь. А, во-во-во, подожди, ну-ка. Самое. Вот, все, да-да-да-да-да, это так работает. А, не, подожди. Тогда у нас не первая G, тогда у нас G должна быть последней. Так, дальше давай вот этот включим. Длинная, короткая, мелкая. Длинная, короткая. Так, смотри. Длинная, короткая, длинная, короткая, да? Это какая буква? Давай сейчас веду. Это Си. Си? Си, которая средний самый размер. Да, все, я понял. Не маленький, а средний. Вот это Си.
А. Даже видишь, они отличаются. Так, давай. А теперь самый маленький. Да, да, да. Три длинных это у нас. О! О, так, это все вел. Nice. Дай мне шестеренки все, дай мне шестеренки. Так, сейчас. Смотри, ну-ка отойди. Нет, их не сюда. Может их в часы какие? Не. Тут еще шкаф с кодом. Ну, у нас есть два места, где код. Это шкаф и вот это. Где шкаф нарисован цветочек. Ищем что-то с цветком. Смотри, вот, короче, вот подсказка. Вот, смотри. Нам сказано здесь, что надо вот сюда, вот что-то здесь. Ну, нам сказано вот эту фигню, по-моему, проверить. Точнее, разгадать вот это. Часики, смотри. Вот что-то еще с часами, как будто. Шестеренка? Куда оно направлено? Приблизительно на 2 часа, мне кажется, направлено. А это вниз. Да что у тебя там, я не понимаю. Да тут на шестеренке, видишь, часовые стрелки нарисованы. Вот если бы на нет, смотри. Первое, это час. Хорошо, первое это час, а дальше. А, стой! Не-не-не, все, я понял, смотри. Сейчас. Нужно наоборот это все дело провернуть. Длинная стрелка, она направлена примерно. На 4 часа или 6, сколько там, я не вижу. Длинная стрелка это минут, это минуты. Да, вторая на 2 получается. О! Найс, все, часы разгадали. Прекрасно. Нам дали? Скотч дали. Так, хорошо. Смотрим на подсказку. Смотри, вот тут все-таки что-то есть, вот тут вот. Что там? Может, для этого нужен скотч? Ну-ка, дай. Блин, я даже не знаю. Вот, как будто вот видишь вот эти циферки? Это вроде цифры или... По-моему, это не цифра. Но это не цифра. Но в подсказке сказано, что вот это подожди. Прям ключевая фигня. А дальше? Короче, смотри. Там код от замка на шкафе. Ага. Я так и знал. Давай, говори. Попробуй разобрать, что это за цифры. Я не знаю. Давай ты попробуешь. Хорошо, иди к шкафу. Скорее всего, первая цифра это у нас 9, мне кажется. Ага. Вторая это... Ага. Думаю, 6 попробую. Ага. А, подожди, ну-ка. 6, 8, 7. Все. Давай. Это так, 6. Это так изи. Давай. 6, 8, 7. О, nice. Реально? Так, шляпа! Смотри. У нас есть шляпа, у нас есть перчатка, вторая, кстати говоря. Вот, я же говорю, все, нам цветок нахер больше не нужен, можно его туда забросить. Подожди, наверное. Что это? Осмотри все тщательно прям. Я осматриваю его. Ну на шляпе ничего нет. А, я понял, для чего скотч. А дай скотч. Он тут лежит, на столе. Вот он. Бери. Ну-ка, сейчас. А где, кстати, перьевая ручка? Ты ее не выкидывал? Золотая. О, у нас есть замок, кстати. Всё, смотри, я перелатал, и теперь. Если нажать, смотри, вот я перелатал. Ой, хорош. Теперь, скорее всего, что-то надо сделать. Что-то надо сделать. Нужно... Что-то. Попробуй их просто... А, стой, дай-ка. Так, дай-ка мне эти две вещи. Хорошо, шестеренки сюда не под... А вторую, дай вторую. Подожди. Шляпу попробуй. Ну ты шляпу забери, дай мне вторую вещь. Ну, а. Снизу, как будто бы. Вот как будто бы тут прям шестеренка нужна, нет такого ощущения. Лёша, а ты чё тут? Нет, ты ничего тут не увидел? Подожди, цифры!
цифры, цифры, цифры. Иди к этому кодовому. Подожди, у нас вообще сколько кодовых замков? Давай, 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 давай. Все, говори, говори, говори. Так, сейчас, 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 сейчас. Я увидел цифры, смотри. Попробуй. Ага. Так, они вот идут по порядку. Ой, сложно, ага. Очень, подожди. Один попробуй. Ага. 1, 3, 5, 7, 0. 1, 3, 5, 7, 0. 5. Так тут четырехзначный. Ну. 1, 3, 5, 7, 0. 5. 7, 0. 7 и 0 не помещается. 1, 3, 5, 7 только. А тебе ничего эта шняга не напоминает? Нет. Вот это вот. Должна? Ну, вот это. Не, ну это картина. Ну, например, как вот это, да? Вот. Вот. Так, ну хорошо, ну предположим, а как? Типа тут же даже... все, вот для чего. А ты где цифру увидел? Иди вот туда заходи, вот туда заходи. Куда, куда? Вот туда, вот туда, вот туда. Смотри, видишь, есть такое зеленое... Вот как ботинок внутри, видишь? Вот как ботинок изнутри. Вот зеленую вот эту фигню в левую ногу заднюю перетаскивай. На место синей. Зеленую вот эту. Да, молодец. Все, первая есть. А как остальные узнать? Подожди. Смотри, второй ботинок. Вот, перчатка. Вот это, смотри. Вот как вот это... Как у вот этой перчатки эта фигня сейчас. Вот такого же берешь кружочек. Ага. И куда его? В правую руку. Вот сюда вроде. Вот сюда? Да. Так, на шляпе дальше. Шляпа, где шляпа? Подожди, шляпа изнутри такая синяя. Вот. Синяя, синяя. Вот эту синюю нужно перетащить на самый верх головы, получается. Давай перетаскиваем. Давай, и давай, это давай, куда-нибудь. Давай. Вот, методом тыков. Все, найс. Мэй, теперь у нас получается есть вот эта вот фигня. Шняга. Что с ней делаю? Так, вот. Вот сюда как будто уже нужны шестеренки. У меня, кстати, две одинаковые. Дай ее, дай ее, дай. Подожди. О! Что ты сделал? Не понимаю пока что. Вот смотри, вот здесь вот так же можно двигать. Вот видишь? То есть... А-а-а, это главное. Надо сделать вот так вот, чтобы вот этот отсюда вышло. Вот, да, да, да. Она провернулась. Эту штуку надо вот сюда. Эту. Это вот реально сюда. Головоломочка. И... Так. Ну, что-то вот эту, надо вот сделать. Эту, вот эту, вот эту. Поверни ее. А ее нельзя повернуть. Вот, можно, можно. Поверни, поверни. Еще. Вот, 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 стой. Вот это еще есть. Вот это, так. Так. А ее надо до конца, да? Убегаю. Вот так вот. Не, подожди, как будто бы вот эту до конца надо. А тут другую. Блин, слушай. Не, ну хорошо, вот тут мы блокируем. То есть понял, да, с моей? Вот тут два уже прохода. Шестеренки заблокированы. Вот этой вот. Но. А-а-а. Мы же находили уже. Подожди, или нам наоборот нужно разблокировать эти шестеренки, чтобы их повертеть. Наверное, я все-таки разблокирую. А, вот! Вот, я могу вертеть, слышишь? Имба. А, во-во-во-во-во-во-во! Стой, ничего не трогай. Все. Мы забрали ручку. О. О. Все, найс. Так, смотри. Вот у нас еще есть вот эта штучка. О! Вот! Вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз. 4, 6, 3,
8. 8. 4, 6, 3, 8. Давай, вот. Давай. Я так и знал, что это так и делается. 4. 6, 3, 8. Подожди. 3. 8. Сюда. Nice. Поехали. А как спускаться? Я не знаю. А, во-во-во. А как? А просто вниз. Вот, все, молодец. Ну что ж, ладно, наверное, мы на этом остановимся. Мы и так уже много всего посмотрели и раскрыли. Ну а с вами был, как всегда, я, Алекс и Рома. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Пока. Okay.